Весенняя и летняя пора – горячее время для дачников. Начиная с мая, немалая часть населения Великого Устюга выезжает на огородные работы. Личный транспорт есть не у всех. Особенно это касается пенсионеров, и люди добираются до дач общественным транспортом. С 22 апреля началась продажа проездных билетов дачного направления. На май будет немножко усеченное расписание, а с июня месяца она будет более расширена. Все согласно контракту, который мы заключили. Традиционно каждый год мы предоставляем скидку для наших ветеранов, пенсионеров и инвалидов на приобретение месячного проездного билета в дачном направлении в размере 20%. Льгота предоставляется лицам, достигшим трудового пенсионного возраста, ветеранам труда, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным родителям. Стоимость проездного билета в течение дачного сезона меняться не будет. Сохранение льготных проездов в садово-огородный период устюжане считают необходимым. А как не нужны, то живет там, часто ездит, так и как не нужны, то поездит туда-обратно каждый день. Льготы нужны, а как не нужны? И так пенсионерам ничего, такие пенсии, такие цены сейчас. А сейчас еще будут востребования, потому что цены-то на фрукты и на овощи какие стали, сами видите. На дачное направление льготы, считаю, да, необходимы. По той причине, что действительно сейчас, как вот и ранее я слышал мнение другого человека, цены на фрукты, овощи все дорожат. И я считаю, нужно, да, возвращаться к земле. Естественно, а как не сохранять-то льготы? Вот, например, я в августе должна была выйти на пенсию, пенсионный возраст повысили. Я осталась и без работы, и это самое, вот, например, для кого-то льготы, так это очень важно, там скидки и прочее. Обязательно надо оставлять. Автобусы в дачном направлении начнут курсировать с 30 апреля до сентября. Для приобретения проездного билета со скидкой необходимо предоставить соответствующий документ, подтверждающий льготную категорию. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».